Привет, с вами Лима Мьюзик. Сегодня мы будем продолжать учить лунную сонату Бетховена. Будем разбирать подробнее второй кусочек. Вначале я сыграю его полностью, а потом разберем его в медленном темпе. Первую часть разбора лунной сонаты вы можете найти в описании под этим видео. Я обязательно оставлю ссылку на первый урок. Рассмотрим правую руку. Начинается си, потом ре, фа диез. Эти три ноты повторяются дважды. Следующую тройку нот учим. То же самое, только ре диез добавляем. Си, ре диез, фа диез. И тоже два раза. Только на последний раз мы еще добавим си, си в октаву, как мы делали в предыдущем уроке. Играю вместе правую. То есть только на последнюю тройку мы добавили си, взяли пятым пальцем, а внизу играем первый, второй, третий. Так же самое, как в предыдущем уроке. На этот кусочек в правой мы будем брать всего один аккорд в левой руке. Си, си, октавой. Берем на первую ноту в правой. Все это время аккорд держится и играет только правая рука. Следующий кусочек состоит из трех нот. Си, ми, соль будут повторяться 4 раза. В этот момент мы будем брать пятым пальцем мелодическую линию. Берем на первый раз, вместе с си будем брать до. Играем 3 раза нашу тройку. 2, 3. И на четвертый раз мы будем брать ля диез. Четвертым пальцем. То есть берем мелодическую линию на первую тройку и на последнюю. Еще раз играю. Выучили? В этот момент в левой будет всего 3 аккорда. Первый ми, ми, октава. Второй аккорд. Соль, соль, октава. И возвращаемся на ми-ми. Теперь объединяем вместе с правой. Начинает только правая отдельно. На второй раз мы берем ми. На третий соль. И на четвертый снова ми. То есть аккорды у нас идут на вторую, третью и четвертую доли. Играем еще раз. Выучили?
рассматриваем медленно следующий кусочек. У нас будут повторяться три ноты. Си, ре диез, фа диез. Будут повторяться 4 раза. На первую долю мы будем брать си. И на четвертую также си пятым пальцем. Пробуем. 2, 3, 4. В этот момент берем октаву си, си в левой. И она будет держаться. Выучили? Следующий кусочек у нас полностью повторяется со вторым, когда мы брали до мелодии, повторяли 3 раза си, ми, соль, а потом на четвертую долю брали ля диез. Сыграю этот кусочек, так как он полностью повторяется. Очень легко, его тоже выучили. Рассматриваем следующий кусочек. У нас будет 3 ноты. Си, ре диез, фа диез. Уже такие у нас были. Повторяться будет 2 раза. Следующие 3 ноты. Си, ре, ми диез или фа. Си, ре, ми диез. На каждый из этих троек мы берем ноту си пятым пальцем. На новую тройку снова си. Каждая тройка повторяется по 2 раза. Итого получается 4. В левой руке всего 2 аккорда. Си, си, октава. Соль диез, октава. Браться левая будет на каждую си, которую мы берем пятым пальцем в правой руке. То есть на первую и на третью долю. Считаем. Раз. И на три снова си берется соль диезом. Выучили. Рассматриваем следующий кусочек в правой. 3 ноты. Си, до диез, соль диез. Повторяется 2 раза. На первую долю берем октаву си, си, си пятым пальцем, мелодическая. Доучиваем следующую тройку. Ля, до диез, фа диез. Повторяется 2 раза. В этот момент в октаву так же самое ля, ля. Пятым пальцем. Выучили? В левой руке будет всего 2 аккорда. Первый ми диез, октава. Или, если удобнее, фа-фа. И следующий на одну клавишу выше. Фа диез, октава. Соединяться будет так же само на первую и третью долю. То есть на мелодическую си и мелодическую ля. Пробуем объединить. На первую. Раз. Два. И на три, когда идет мелодия ля. Есть. Следующий кусочек, 3 ноты. Соль, си, ре. Повторяется 2 раза. По аналогии с предыдущим кусочком опять берем в октаву соль, соль. Соль пятым пальцем. Вместе. Следующие 3 ноты. Фа диез, ля, ре диез. Повторяется 2 раза. И также само на первую долю берем фа диез в октаву. В левой снова 2 аккорда. Первый. Си, си, октава. Второй си диез или до, если так удобнее.
соединяется тоже на первую и на третью долю вместе с мелодической линией соль и с фа диезом. Пробуем на первую. Раз. Два. На третью с мелодией. Три. Четыре. Соединили. Следующие три ноты. До диез, фа диез, ля. Два раза повторяется. Следующая тройка. До диез, фа диез, соль диез. Будет повторяться всего один раз. Отличается от предыдущих трех нот, что мы ля спустили на соль диез. Первые две ноты повторяются. И последняя тройка. До диез, ми диез, соль диез. Или до диез, фа, соль диез. Как удобней. Теперь играем вместе. Два раза повторяется. Новый аккорд. В этот момент мы должны брать мелодическую линию до диез пятым пальцем. Брать будем на первую долю, на третью и четвертую, только до диез. Берем на первую, октава у нас, на третью и на четвертую. Выучили? В этот момент в левой будет всего две ноты одинаковые, до диез, без октавы, до диез и до диез. Которые мы берем на первую долю и на третью. Удобно запомнить, что здесь до диез, здесь и здесь. Дублируются. Соединяем на первую. Вторая доля. На третью снова берем. Третья. Четвертая. Выучили. Следующий кусочек. Три ноты. Фа диез, ля, до диез. Один раз идет. Потом это фа диез мы перенесем наверх. Остальные ноты останутся. Будет ля, до диез, фа диез. И потом это ля переносим сюда. До диез, фа диез, ля. То есть у нас три ноты повторяются, только нижняя всегда переходит в следующем кусочке наверх. Начали от фа диез. Потом переносим на вторую ноту, первая идет на последнюю. Ля перенесли наверх. И будет повторяться у нас еще раз до диез, фа диез, ля. Будет идти два раза. На последней тройку мы берем до диез, пятым пальцем. Такой кусочек у нас был уже в первой части видеоурока. То есть мы берем вместе, доигрывает отдельно, внизу второй, третий, потом снова до диез отдельно и октавой. То есть октава на первую долю, потом отдельно до диез и на последнюю. Выучили? В этот момент в левой всего один аккорд. Фа диез, до диез, фа диез. Аккорд из трех нот. То есть у нас октава фа диез, посередине до диез. Берется на первую долю и потом играет только правая рука. Пробуем на первую. Следующий кусочек, три ноты. До диез, соль диез, си. Будут повторяться четыре раза. На первую мы берем в октаву до диез. Мы уже пришли к этому кусочку, когда играли до. Вот наша октава, с нее мы начинаем. Два, три. И на четвертый мы берем так же самое вверху до диез, по тому же самому принципу. Вместе, отдельно и снова вместе октавы. То есть так же самое, как мы в предыдущем кусочке соединяли до,
Так же самое здесь. В этот момент в левой всего один аккорд. Ми, диез, ми, диез. Или фа, фа. И посередине до диез. Берем вместе три ноты. В этот момент на сильную долю у нас идет октава до диез и доигрывает только правая рука. Соединили. Следующий кусочек, три ноты в правой. До диез, фа диез, ля. Повторяется два раза. Вместе будет с октавой до диез. Следующая тройка практически не меняется, только первая нота с до диеза спускается на обычное до или на си диез. А потом остается фа диез, ля, без изменений. При этом первую ноту берем в октаву. То есть си диез или до вместе. И потом, как в начале, мы берем до диез и доигрываем фа диез ля вместе. То есть последний аккорд такой же самый, как и первый. В левой руке будет три аккорда. Первый фа диез, октава. Потом вниз идем ре диез, октава. И до диез. Октава. То есть спуск по черным. Левую будем брать на первую долю, на третью и четвертую. То есть тот момент, когда у нас будет мелодическая линия на пятом пальце. Соединяем на первую. На третью. И на четвертую. Объединили. Следующий кусочек, три ноты в правой, ре диез, фа диез, соль диез. Будет повторяться 4 раза. Всего 3 ноты. На первую тройку и на последнюю будем брать в октаву ре диез. Пробуем. Раз, два, три, четыре. Выучили? В левой руке один аккорд, который будет повторяться 2 раза. Рассмотрим его. Си диез или до в октаву и посередине соль диез. Будет браться на первую и на четвертую долю в тот момент, когда у нас в октаву ре диез в правой. Соединяем на первую. Раз. Кусочек три ноты ми, соль диез, до диез. Будет повторяться 2 раза. На первую долю берем в октаву ми, ми. Следующая тройка ре диез, фа диез, ля. Всего один раз играется. Ре диез берется в октаву. Одной рукой. И последняя тройка. До диез. Ми. Ля диез. В октаву берется до диез. Играем одной рукой. Теперь весь этот кусочек объединяем. В начале мелодии ми-ми октава. Спуск на ре диез. И еще спуск на до диез. То есть пятым пальцем у нас будет ми, ре диез, до диез. Выучили? В левой руке три аккорда. Первый до диез, посередине соль диез. Второй аккорд фа диез, октава. И следующий на одну выше. Фа дубль диез и фа дубль диез. То есть соль обычная. Объединяем.
берем на первую долю, на третью и четвертую. То есть тот момент, когда у нас будет в мелодии ми, ре, диез, до, пятым пальцем. Пробуем. Первый аккорд на первую. Вторая доля. Третья вместе ре, диез и фа, диез. Четвертая вместе до, диез и соль. Объединили. Рассматриваем следующие три ноты. Си диез, си диез, ре диез. Или до, ре диез. Будут браться с пятого, первый и второй. Потом следующая тройка. Соль диез, си диез, ре диез. Как видите, си диез, ре диез не меняется. Он не будет меняться все 4 раза. Меняется только верхняя нота. То есть соль диез, си диез, ре диез. Следующая верхняя нота ля. Ля, си диез, ре диез остается. Играем одной рукой. И четвертый кусочек фа диез. И си диез, ре диез остается. Играем одной рукой. То есть у нас меняется 4 раза верхняя нота. Си диез, соль диез, ля диез, фа диез. Играем вместе си диез, соль диез, ля, фа диез. Выучили? В этот момент будет всего один аккорд в левой. Соль диез в октаву. На первую долю будем брать. Соединяем. Следующий кусочек. Так же само у нас остается си диез, ре диез. И те ноты, которые у нас были соль диез, ля, фа диез, мы будем переносить вниз. Соль диез, ля, фа диез. Первую долю мы брать не будем. Мы играем сначала всего две ноты. Си диез, ре. Потом уже по три ноты. Соль диез, ля. Само все повторяется, только теперь главные ноты внизу, а не вверху. Все эти главные ноты стараемся задерживать, чтобы была слышна мелодия. Вот так. При этом в левой такой же самый аккорд соль диез на сильную долю. Берется отдельно, потом вступает правая. Следующий кусочек такой же самый, то есть у нас будут тоже главные три ноты и вторые побочные. Мы берем вначале ми, соль диез, и вот это ми, соль диез, это побочные ноты, которые будут повторяться 4 раза. Верхние ноты опять будут меняться. Мы сыграли ми, соль диез, теперь главные ноты до диез. Доигрываем ми, соль диез. Следующая нота ми, ми, соль диез. И опять до диез. И снова ми, соль диез. То есть вверху у нас будет до, ми, до. Играем теперь эти три ноты вместе. Стараемся их задерживать четвертым пальцем и пятым. Теперь снизу играем. Ми. В левой у нас неизменный аккорд соль диез и снова на первую долю. То есть соединение очень простое. Берем на раз. Соединили.
следующий кусочек аналогично повторяется предыдущему эпизоду. То есть мы играем опять побочные ноты ми, соль, диез. И главные, которые у нас были до диез, ми, до диез. То же самое, только на октаву ниже. Мы играли здесь, теперь переносим сюда. То есть можно сказать, что кусочек полностью повторяется на октаву ниже, только без первой ноты ми. Мы опять начинаем со второй доли. На первую долю будем брать тот же аккорд соль диез в левой, как и предыдущие 4 раза. Берем раз. И весь этот кусочек мы закончим на ре диезе в правой и том же аккорде соль диезе в левой. То есть это будет сильная доля уже следующего кусочка, который мы разберем в третьем видеоуроке. Сейчас сыграю в темпе все, что мы выучили в сегодняшнем уроке. Посмотрим, что у нас получилось. Сыграть эту часть, а также предыдущую, пишите об этом в комментариях под видео, а также ставьте лайк. В ближайшее время запишу третий видеоурок для продолжения. С вами была Лима Мьюзик, хорошего вам дня, творческих успехов и большого вдохновения!